Всем привет! Пришли на Театральную площадь в Анапе. Поснимаем цены на рынке «Фермерский дворик». Сейчас посмотрим. Вот тут мед можно купить, пожалуйста. Любой мед, какой только захочешь. Это местный, да? Кубанский мед. Он просто разлит пластиковую тару и стекло. От маленькой до большой банки. Кубанский мед. Местный производитель. Кроме гречки. За гречкой далеко нет. Гречка не местная. Вот, пожалуйста, вот такие цены. По-моему, очень даже доступно. Что думаете? Напишите. Вот огурчики. Помидорчики на рынке. Так. Малина. 500 рублей за килограмм. Красивая такая малинка. Вот ежевика, 650. А голубика сколько? 1300. Голубика 1300 у нас. Ну, лучше, конечно, черешни поесть вместо голубики за 230 за килограмм. Какая красота! Клубничка 280, вообще прям. Надо будет поснимать и купить обязательно. Здесь что еще надо? Смотрите, какая красивая, сочная, отборная, вкуснейшая клубника. Бужор, сорт Клери. Или Клери. Клери. Ага. Здесь, значит, такой хлеб. Вкусный. Всякий разный. Это не простой хлеб из Магнита, это очень вкусный. Ну и как вам, перепробовали, вам нравится? Который нравится, найти не можем. Нет, у вашего любимого, да? Да. Ну обычно что покупаете? Разные. А мне вот этот кругленький, дайте мне. Так, что у нас тут? Хачапури. Сосиски в тесте, все вкусное, все красивое, но лучше этим не злоупотреблять. Здесь у нас опять клубничка. Экоферма сады Бужора. Ну это вообще просто красота, вкуснота и очень красиво все. Малина здесь по 400. А сколько у вас голубичка? Голубичка 1300 килограмм. Тоже 1300 рублей за килограмм. А это местная, да? Так, давайте. Люблю. Люблю. Семейная ферма. Пожалуйста, вот. Из Тимошевска. Вот такая вот. Золотая голубика. Лучше, конечно, черешни брать. Помидоры кубанские, черри. Красивая у нас черешня такая. Надо покупать, пока она идет. Здесь у нас помидорчики, огурчики, кабачки. Пожалуйста, вот такие цены. Все красивое, все вкусное. Платите ваши денежки, пожалуйста. Здесь зелень. 20 рублей за пучок. Руккола 35. Базилик. Все красивое, пахнет хорошо. Чеснок. 15 рублей штука. Для любителей редиски, пожалуйста. 65 рублей. Укропчик.
140 рублей. А лук тоже 20, да? Ага. Так, поснимали овощи. Пойдемте посмотрим дальше, что. Здесь все примерно такое же. Вот рынок, он такой вроде не дешевый, но пользуется огромной популярностью. Людей всегда здесь. И зимой, и весной много. Вот поснимаю цены мяса. Антрекот, ребро, шея, мякоть. Пожалуйста, для любителей. Здесь у нас рыба всякая разная. Пожалуйста, вот селедка, скумбрия, что хотите, кому что нравится. Смотрим дальше. Креветки замороженные, 600 рублей за килограмм, а здесь вот 100 рублей за такой шампур. Рапан, корюшка, кому что нравится, пожалуйста. Вот такая вот икра, вяленая тарань, барабуля. Вот, пожалуйста. Идем дальше. Так, смотрим, сколько у нас стоит куры. 280. Кости. Пожалуйста. Так, что у нас тут? Молочко продается. Так. Вот вам нальют молока за 60 рублей. Творог. Посмотрим, что тут, сколько у нас сыр. Пожалуйста. Брынза. Все вкусное. Все очень вкусное, красивое. Колбаска. На рынке, конечно, аншлаг сегодня полный. С утра уже людей очень много. Идем дальше, смотрим. Тут опять молочко. Здесь у нас тоже молочная. Вот такие цены, пожалуйста, смотрите. Сметанка, творог. Доброе утро. Скажите, это соленый? Свеженький, да? А дайте. Так, здесь у нас колбаса. Давайте посмотрим. Вот такие цены. А я для блога, для родственников. Людям показать с Дальнего Востока. Чтобы они посмотрели и слюнями пообливались. И сравнили со своими ценами. Ну, что-то дороже, что-то дешевле. Всем интересно же сравнивать всегда. Поэтому вот такая вот у нас колбаска. Тут все такое домашнее, все вкусное, все очень красивое. Кто любит колбасу, пожалуйста.
Очень красиво все. Очень вкусно. Берем колбаску домашнюю, всякое есть. Так, вот еще тут у нас отдел с колбасой. Давайте посмотрим. Туда не подойдешь, потому что очередь. Вот так вот поснимаем. Все вкусное, все красивое. Вот такая вот вкуснятина здесь продается. Творог фермерский, сметана фермерская, все очень. Вкуснятина. Объедение. Главное, чтобы были деньги на все это, на всю эту красоту и вкусноту. Вот. Всем все нравится, все пользуется успехом у местных жителей и тех, кто приезжает на отдых. Очень все симпатично. Вот такой обзор на рынок, на ярмарку «Фермерский дворик» в Анапе, который находится на Театральной площади. Что думаете по этому поводу? Сравните цены, напишите ваши комментарии, подпишитесь на канал и поставьте лайк.